После парада на Красной площади президенты России и Казахстана направились в Александровский сад, где возложили венки к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания. В церемонии приняли участие премьер-министр России, спикер обеих палат парламента, министр обороны, глава президентской администрации, а также члены казахстанской делегации.